хочу прокомментировать все-таки сначала вот тот мультик, который, к сожалению, не послушал. Мы покажем еще. Все дело в том, что вот в советской системе образования сейчас вводятся стандарты новых поколений. Вот как такового слова медиаобразование не существует в стандартах, но тем не менее, вот сейчас уже вводятся медиаобразовательные задания, которые дети могут выполнять. Да, на самом деле, можно предложить детям написать сочинение на тему войны, там, я не знаю, еще на что-то, на экологическую проблему, а ведь можно сделать анимацию. Можно литературное произведение просто прочитать, рассказать, там, обсуждать, а ведь можно сделать какой-то другой медийный проект. Так вот, на самом деле, то, что вводятся подобные задания, я как раз хотела и показать, как ребенок первого класса трактует сказку «Колобок», как она читает, как она понимает, какую она пластилиновую сделала сама сказку, как она это видит. На самом деле здесь ребенок развивается. Развивается во многих аспектах. И коммуникативном, и в эстетическом, и так далее. Ну а давайте украинский хоть посмотрим. Да. Замечательный тоже мультик. Ну, он немножко по-другому трактуется.